Доброе утро всем. Сегодня понедельник. Сегодня я и муж работаем. У меня муж устроился на новую работу, и у нас теперь график совпадает в том плане, что у него достаточно свободный график, и у меня свободный график, и мы оба работаем из дома. Поэтому сейчас теперь мы вместе начинаем и вместе заканчиваем, и это очень классно, скажем, даже если путешествовать куда-то, у нас график совпадает, мы можем вместе соединять свой график. То есть я обычно начинаю в 9 и заканчиваю в 5. Муж начинает в 8 и заканчивать в 4. Я тоже начала работать с 8 и заканчивать в 4. Тем же самым мы вместе в одно и то же время заканчиваем работу. И да, если путешествовать, мы тоже сами можем свой график выбирать, как нам удобно, и одновременно вместе работать и заканчивать. И потом у нас то же самое время, что мы можем вместе проводить. Мне кажется, это очень классно. Вот. Такие вот дела. Я пойду сейчас готовить. А потом нам хочу приготовить гулаш. Гулаш. Как это на русском? На немецком гулаш. Вот, кажется, да. Но я делаю немножко по-другому, делаю свое. Так что да, пойду готовить. Кстати, не знаю, вот откуда они это чувствуют, но женщина, которой я хожу, которая мне делает ботокс и губу, недавно начала мне опять отправлять, не опять, она мне все это время ничего не отправляла с последнего момента, но она мне начала сейчас отправлять имейл, что намекать на то, что она существует, что, может быть, пора пойти делать ботокс. Я как раз вот последние недели начала думать, что пора, надо идти, потому что у меня ботокс полностью ушел. Полностью. Но у меня ботокс достаточно долго держится. То есть я удивлена, он держится дольше, чем пишут. Ну, конечно, у меня появляется движение, все дела, но у меня все равно достаточно мало движения. Вот сейчас у меня полностью все вернулось. Но сколько прошло? Полгода? Когда я была последний раз, я даже не помню. У много прошло время. И я как бы начала думать, что мне надо пойти. Просто мне так лень ехать. И вот я человек, я не люблю общаться. Я хочу пойти делать ботокс, но что меня держит делать ботокс, это тот факт, что я должна прийти туда и с ней вести small talk. Я не хочу. И поэтому я не иду. Потому что я не хочу этот small talk делать. Я хочу просто прийти, сидеть, молчать, чтобы мне сделали, и я ушла. Я не хочу вот сидеть и что-то думать, о чем разговаривать или поддерживать разговор. Поэтому я не иду. Но надо назначить. Зарплата вот у меня в эту неделю. Я, наверное, назначу где-то к выходным, в субботу. И пойду, сделаю лоб обязательно. Лоб — это моя не проблема, но лоб — это такая вот большая часть у меня. И лоб у меня, где самые большие морщинки. Поэтому надо пойти. У меня еще очень была большая проблема с кожей. У меня сейчас еще кожа не самая лучшая, но у меня очень была проблемная кожа. Сейчас стала лучше. Но я не хотела к ней идти, когда вот у меня такая проблемная кожа, и она вот так близко на меня смотрит. Ну, как-то мне было неприятно. Поэтому я тоже хотела ждать, пока кожа чуть-чуть улучшится, перед тем, как к ней идти. Так что вот, скоро к ней посажу, сделаю ботокс на лоб обязательно. Я обычно всегда делаю лоб, и иногда по настроению вот глаза. Но меня это не очень сильно беспокоит. Меня больше всего беспокоит лоб. Ну, может быть, делаю глаза, так как я давно не делала. И я хочу добавить губу. Я хочу немножко больше добавить мою губу, немножко, потому что у меня уже чуть-чуть заходит. У меня уже ушло. Губа стала меньше. Ну, не насильно меньше, чуть-чуть меньше, но она у меня начала сдуваться. Но я очень долго тоже не ходила, но не, классно, я очень рада с результатом, считаю, что у меня вообще губы никакой не было, у меня вообще губы не было верхней, она не существовала, она была настолько, ее не было, что когда я, например, я никогда не носила помады, потому что некуда было сверху мазать, у меня нету верхней губы, некуда мазать помаду, вы понимаете, что у меня не было некуда мазать помаду,
Только снизу. А мне не нравилось, что снизу такая большая губа, у меня там цвет, а сверху цвета нету, потому что некуда мазать. Так что хорошо она мне сделала. Вот сколько уже, сколько лет прошло. Вот у меня все еще вот эта губа есть. Стала чуть-чуть меньше, потому что, конечно, с временем гиалуроновая кислота исчезает, но держится. Поэтому я думала, может быть, схожу, сделаю еще 1 миллилитр себе. Верхнего, нижнего прибавим. И будет у нас красивый результат. И сделаю ботокс. И да. И все. Я, кстати, в Таргете заказала себе обувь. Она была на скидке за $20. Я вообще не из тех людей, которые такую обувь носят. Сейчас это очень модно. Я решила попробовать. Они были на скидке, они выглядели хорошо. Я решила, почему бы мне не попробовать. Вот, так что вроде нормальные, удобные, хорошие. Единственное, что мне вот... Я почему такую обувь не люблю? Я не люблю, когда ходишь, и вот у тебя столько много места. То есть ты когда идешь, и я не люблю вот это. Но, знаете, можно использовать, не знаю, когда куда-то пойти покушать, где много ходить не надо, чтобы просто из машины выйти и дойти, сесть. Вот. Ну, вроде мне нравится, как на ноге выглядит. Такой вот необыкновенный стиль для меня. Но как бы не фанатею, потому что я вот просто терпеть вот это не могу. Ну, за $20 оставим. Мне нравится. Пусть будет. Утро. Четверг, завтра пятница. Пошла с Тёрлгой гулять перед работой, потому что у нас очень приятная погода сейчас. Не жарко, не холодно, 19 градусов, свежо самое то. Я вчера, короче, извините, отпечатки. Я вчера, короче, вообще не прошел день, как я не радуюсь, что я устроилась на работу. И что мне так вообще с работой повезло, потому что работа у меня как бы достаточно, ну, хорошая. Я даже не могу жаловаться. Я просто вчера во время работы, знаете, поехала в магазин быстренько за продуктами. Меня не было час. Конечно, я этот час потом доработала вечером, когда я вернулась. Я села, еще вот доработала то время, что меня не было. Но сам факт просто, что я вот имею эту возможность просто во время работы, без того, чтобы кого-то спрашивать разрешения, без того, чтобы кого-то ставить в известность. Я просто встала, как нормальный взрослый человек, который знает, как бы, да, что я работаю, и что как бы надо работать, и если я ухожу, мне как бы надо дорабатывать. Я просто пошла быстренько в магаз за едой. Во время рабочего времени.
Я это могу. Мне не надо врать, придумывать какие-то отговорки, да? Я не должна ждать, чтобы после работы что-то делать. Я могу как бы сама решать, что и как я хочу. Главное, чтобы как бы работа шла, чтобы прогресс был. И как бы чтобы я работала 8 часов. А как я их работаю? Где? С какими перерывами, как бы это уже никого особо не интересует. Я просто вчера была такой счастливой от осознавания того, что сколько много людей этого не могут, а я могу. Я просто поехала в магаз за едой и вернулась, и села дальше работать. И сейчас вообще тот факт, что я перед работой просто решила с собакой прогуляться, я могу с ней гулять сколько я хочу. Я не должна как бы торопиться, потому что мне 10 минут, у меня полчаса. Если я хочу, я с собакой могу прогуляться хоть час. Просто начну чуть-чуть позже работать. И позже немножко закончу. Все. Это так классно. Это так классно. Я прям такая вот в такие моменты, когда вот я это понимаю, осознаю, я настолько вот прям становлюсь счастливой, что мало того, что у меня работа, мне нравится. Коллектив нормальный, то есть, ну, неплохой, не особо разговорчивый, но никто никого не достает. Никто ничего такого плохого не делает. Все хорошие. Короче, у нас повсюду такие отпечатки появляются после дождей. Очень больших лапок, которые из грязи ведут следующую грязь. Вот, посмотрите. Здесь прям такая грязь, и что-то тут ходило. Откуда оно пришло? Очень интересно. Потому что эта грязь просто здесь в середине. Откуда оно вообще до середины дошло? Смотрите, это все еще здесь валяется. Здесь вот зуб, часть лица. Мы думаем, что это, скорее всего, опоссум. По зубам, по размеру черепа. Вот тут еще части валяются, смотрите. И бабочка дохлая. Кто-то здесь хорошо покушал, но это уже старое вроде. Ну вот, короче, никому не интересная тема. Но интересная мне. Вот отсюда идут отпечатки. Вот, они прям далеко-далеко сюда заходят. У меня, кстати, там как-то когда-то камера стояла, вот там далеко-далеко, но ничего, кроме ракунов и кроликов, я тогда не засняла. А сейчас, когда камеры нет, то там что-то большое ходит, бродит. Прекрасно. Вот здесь еще. Мне кажется, мне надо быть следопытом, потому что мне такие вещи так нравятся, смотреться откуда, куда, что идет. Это, наверное, какой-то койотик, потому что, ну, хотя койотики, у них лапки, как у чарунки. Кроме, если какой-то мега-большой койотик, но они, как бы, в основном небольшие. Ну, не знаю, если в грязи походил, наверное, лапка сразу больше становится, потому что грязь прилипла. Но, скорее всего, койот, ничего-то больше быть не может. Собака тоже нет, потому что такие грязные лапы отсюда сюда. Никто обычно собакам не дает вообще лазить в такой вот грязной, мокрой местности. Короче, я на днях узнала, что наша компания предлагает работу позициям для людей. Короче, у нас есть люди, которые делают определенную работу вот у себя в городе, да, в каждом городе они есть. Есть такая позиция, как вот мобильный такой человек, который ту же самую работу делает, но его отправляют по всей Америке. А что вам для этого надо? Вам надо иметь дом на колесах и как бы машину, которая этот дом может тянуть. И вам дают работу на полную ставку. И вам дают определенные заказы на определенный срок времени. И вы туда приезжаете, там делаете вот всю эту работу, которую надо. И потом вам, скажем, зависимо какой заказ, маленький, большой, в течение пару недель, в течение пару месяцев дают следующую локацию, и вы туда на следующий проект едете. Мне кажется, это очень прикольно, потому что вы можете получать зарплату,
иметь работу на полную ставку, но в то же самое время, да, разъезжаться по всей Америке и быть не привязан к месту. Моя компания платит $15 в час плюс в месяц 1200 за проживание. То есть это где-то выходит в 22-24 доллара в час. То есть 1200 в месяц — это как бы место арендовать, куда ставить дом на колесах, еда, электричество, то есть это все проживание. Это достаточно. Если вы живете где-то в месте, где для дома на колесах, арендуешь место, это зависимо в каких местах, чаще всего дороже, если вы в каких-то туристических местах, да. Но так как это работа, вы будете в различных местах и не в туристических всегда. То есть вы можете быть вообще где-то в rural area, и в таких местах реально в месяц можно платить по 700. Например, в Флориде, где мы были, за месяц 740. А есть места, вот, например, в Техасе можно находиться и за 450 в месяц. Туда еще электричество и вода входит. И вы понимаете, вот это заплатить, потом еще из этих 1200 остается вам на еду, на интернет, там, на всякие вот различные вещи. Плюс еще, что это работа на полную ставку, то есть 8 до 10 часов в день. Вы имеете все бенефиты, страховку, все дела, вам это все оплачивается. И если вы переезжаете с локации на локацию, вам платят за каждую милю 87 центов. 85. Я думаю, это хорошая цена. А если вы потом приезжаете на место, так как работа связана с перемещением, разъезжаться во время работы, вам платят за каждую милю 57 центов. Это отлично, мне кажется. И эту работу может делать любой. То есть там не надо никаких навыков, ни образования, ничего. Как бы эта работа... Эта работа просто, если вам нужна сейчас работа, и у вас есть дом на колесах, самое идеальное, если у вас тоже все оплачено, то вообще эти деньги вам выше крыши будет хватать. И вы еще будете разъезжаться и наслаждаться вот разными местами в Америке. Вот не знаю, недавно узнала вообще про вот такую позицию. Очень по мне, если честно, прикольно. Да, чаруха. А я буду сейчас сидеть, суббота, и буду наслаждаться хорошей, красивой погодой и тишиной, которая пока что у нас тишина. Она может в любой момент поменяться. Может быть и не тихо, да?